Фонд «Сохраним Тибет» и буддийский центр «Ганден Тендерлинг» приглашают вас стать гостями и участниками многочисленных событий буддийского фестиваля «Благой удачи». Вдохновленного идеями, учениями и самой жизнью выдающегося буддийского наставника Ламы Сопа Ринпоче. Фестиваль состоится с 7 по 14 апреля 2024 года в ДК «Рассвет» в центре Москвы. Для последователей буддизма Махаяны буддийский фестиваль «Благой удачи» – это возможность воздать дань почтения необыкновенному буддийскому наставнику традиции Гелуг и Нингма Ламе Сопе Ринпоче, неоднократно посещавшему нашу страну и передавшему российским буддистам множество глубоких учений и личных наставлений, которые сегодня составляют основу их личной духовной практики. Посетив буддийский фестиваль «Благой удачи», вы сможете совершить обхождение вокруг огромного алтаря, возведенного в соответствии с пожеланиями Ламы Сопы Ринпоче, вознести молитвы у серебряной ступы с реликвиями Будды Шакьямуни, переданными духовным лидером тибетского буддизма его святейшеством Далай-ламой, принять участие в мастер-классах по изготовлению цаца, переписывании сутр и начитывании буддийских мантр и молитв для накопления заслуг, понаблюдать за процессом построения мандалы Будды медицины, которую возведут монахи, прибывшие на фестиваль из высокогорного Ладака, увидеть выставку редких архивных фотографий о жизни Ламы Сопы Ринпоче и посмотреть уникальные документальные фильмы. Лама Сопа Ринпоче оставил этот мир 13 апреля 2023 года. Годом спустя, 13 апреля 2024 года, его российские ученики соберутся вместе, чтобы почтить память учителя и прочитать молитвы о его скорейшем прирождении. Буддийский фестиваль «Благой удачи» завершится церемонией благословения животных, которым Лама Сопа Ринпоче питал особенное сострадание. Лама Сопа Ринпоче дважды проводил церемонию благословения животных в Москве и один раз в Республике Калмыкия. На этот раз животных благословит глава делегации гималайских монахов Геше Цевандарже. Ждем вас на буддийском фестивале «Благой удачи».